Впервые в Казанском федеральном университете проходит летняя международная школа информатики Юниор ICI Junior. Для того, чтобы принять участие, сюда приехали более 40 школьников из Китая, Нидерландов, Болгарии и 20 субъектов Российской Федерации. Это учащиеся в возрасте до 15 лет, показывающие лучшие результаты по информатике. Чтобы получать золотые медали и становиться чемпионами на международной олимпиаде по информатике, для этого нужно не в 9 классе начинать работать с детьми, а начиная уже с начальной школы. Международная школа юниоров проходит на базе IT-лицея и высшей школы ИТИС Казанского федерального университета. Здесь школьники находятся со своими педагогами. Тренер команды из Нидерландов Илья Ким Шридверс приехал с двумя участниками. Именно они прошли отбор из 150 желающих и были лучшими. So I have participated with a team at the International Olympiad in Informatics for 25 years now. And so I was actually here 3 years ago when the IOI was in Kazan. The training camp is that the teachers are very strict, and here it's you have to get up at 7 in the morning, and you have to do your sports, and then you have to do breakfast, and then you have 5 hours of work, and then there's free time. So they have free time here, but it's very much more planned. Все задания решаются с использованием компьютера на одном из языков программирования, это Pascal, C++ и другие. Все задачи готовятся педагогами из разных стран для того, чтобы процесс решения сделать еще более интересным и увлекательным. Когда появляются задачи из других стран, то понятно, что там они построены совершенно на другой основе, уровень сложности у них достаточно тоже высокий, но тем не менее вот за счет разнообразия мы говорим о том, что это очень полезно будет при подготовке ребят. Всех участников объединила любовь к информатике и желание проверить свои знания. Несмотря на свой юный возраст, участник из Китая Хао Тян Юань занимается информатикой уже с 10 лет. The reason why I came here is that I think it's a very good chance to communicate with others, with our other foreign students, and it's also a chance to increase the knowledge of and it's also I can also learn a lot of things from the competition. В конце работы школы юниоров пройдет тур за Европейско-Азиатский кубок, где будут выбраны 3 победителя. Завершится международная школа информатики юниор 3 июля. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.